на счастье, как позже признается сотрудница арены, только за их смену это уже третья по счету разбитая. Ранее точно такие же ЧП происходили во время тренировок. Теперь вот в официальной встрече, видимо, новенькая Карандин-арена просто пока не рассчитана на такие нагрузки. На старе все было привычно, удобно. Ну а тут поновее, вот эта Карандин-арена, она поновее, новые эти борта, раздевалка. Ну, про раздевалку чуть-чуть маловато, хотелось бы побольше. Ну а так, в принципе, нормально, обжились потихонечку. Здесь Алтай словно начал историю с чистого листа. После закрытия родной арены в центре города клуб вместе с детской школой срочно перебрались на Жасминную 3. Впрочем, других вариантов особо и не было. В результате стали переделывать площадку под требования уровня первенства ВХЛ. Многое успели, оборудовали раздевалки, медицинский кабинет, подключили систему видеогол, установили борта повыше со скрипом, но во Всероссийской Федерации Хоккея арену приняли. Осталось еще несколько пунктов, обещают исправить. Огромный объем работы все равно проделан, но его... Если бы мы знали, что мы здесь будем с мая играть, то, соответственно, все вот эти вот процессы, технический регламент мы бы как бы подвели. Сейчас мы будем, в процессе уже, как говорится, пьесы что-то доделывать, шероховатости. Ну, ждем от лиги первые весточки. Главная потеря при переезде – это все же зритель, все из-за вместимости. Дворец зрелища спорта мог принять почти 4000 болельщиков. Карандин-арена всего-то 350 человек. Правда, руководство площадки пошло навстречу клубу. Мастера экстренно возвели дополнительную трибуну. Меня вратаря! Михалыч! Иди, скажи, а! Самые оптимистичные предположения не сбылись. Ожидаемого наплыва в первом домашнем матче сезона не случилось. За игрой, по подсчетам экспертов, наблюдало максимум 500 человек. Вроде привыкли, а вроде и нет. Маленько отличается, конечно, от дворца спорта, но выбора такого нету, так что мы рады этому. Вот только порадовать зрителей не получилось. Первый официальный матч в новых условиях Алтай проиграл юниору из Кургана со счетом 0-1. Повторную все же выиграл 2-1 по булитам. Возможно, клубу вновь в ближайшее время предстоит переезд обратно, домой. Пока Алтай здесь, как будто в гостях. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.